наконец-то родился. Наверняка родители так им гордятся. Интересно, мальчик или девочка? Я хочу поскорее его увидеть, который из них. Это наш сын Паунд. И наша дочь Пампкин. Значит, я смогу играть сразу с двумя? Это забавно, вдвойне, вдвойне! Какой потрясающий день! Мы должны отпраздновать ваш день рождения! Вы родились сегодня! Тише, дети хотят спать. Но я просто... Поздравить с днем рождения! Я спешу друзей! Как определить, кто из близнецов Пегас, а кто единорог? Легко. Мой прапрапрапрапрадед был единорогом, а двоюродный брат двоюродной бабушки миссис Пирожок был Пегасом. Вам все понятно? О, да. Погодите, как только Паунд расправит крылья, он начнет везде летать. И будьте осторожны с Пампкин. У малышей единорогов есть магические наклонности. Быстро! Загадайте желание и задуйте свечки! Это несложно! Ведь у вас еще нет ни одной свечки, вы только родились! Милая пони, милая пони, милая пони, тебя так долго ждали, милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам, приключений с нетерпением ждешь, и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. Новорожденные пони. Друзей, подумайте только, мы отмечаем месяц. Так быстро время прошло. Сегодня встречаем гостей. Автор сценария Шарлотта Фуллертон, режиссер Джеймс Бутибутон. Ну что, вы готовы играть в свою самую любимую игру? Где Пинки Пай? Вот я! Где Пинки Пай? Где Пинки Пай? Вот я! Вот я! Вот я! Вот я! Все в порядке? Кому сменить пеленки? Не надо! Все хорошо! О, то есть... Уже иду! Ну что, кто-нибудь голоден? Нет, спасибо, я позавтракала. Иду. Нет, видишь ли, Пинки, им нужно выпустить воздух. Все, успокоились? Может, кто-нибудь хочет еще поиграть? Нет, дорогой, так делать нельзя. Нет-нет-нет, мы ничего не жуем, Пампкин. Кроме еды. Еда, палочки корицы, совсем забыла. Нет, вы уже кормили их из бутылочек. Я не о детской еде. Об огромном заказе, который нам необходимо доставить сегодня. С появлением близнецов мы постоянно отвлекаемся. Быстро, милая, нам нужно найти няню, которая присмотрит за нашими близнецами. Если хотите, я это сделаю. Дети любят играть со мной, я справлюсь.
Не уверена, что мы кого-то так быстро найдем. Я! Выберите меня! О, я бы с радостью. Но сегодня не могу. Мы с Энджелом идем на пикник. Вы понимаете, правда? Не обижайтесь, ладно? Пожалуйста! Я смогу! Точно! Я должна составить отчет для принцессы, подытожив все предыдущие отчеты. Возьмите меня! Меня! Сейчас я, когда сюда ползут голодные гусеницы, я должна успеть подобрать эти яблоки. У меня билеты на воздушное представление «Чудо-молнии». Я спешу! Можно я? Я! Я? С детьми? Нет. Но спасибо, что вспомнили обо мне. Пинки Пай, может, ты сумеешь помочь нам? Не знаю. Я проверю свой график. Так, Пинки, ты уверена, что понимаешь, насколько велика ответственность, которая на тебя ложится? Я умею быть ответственной. Ответственность — мое второе имя. Пинки — ответственность Пай. Но на этот раз тебе нужно о них заботиться, а не только играть с ними. Ты должна быть ответственной. Да, знаю. Буду. Готова! О, вот, милая, список дел, за которые ты отвечаешь. Ого, как много всего! Будет сделано. Покроем торт глазурью, когда доберемся. Быстрее, мы опаздываем! Пожалуйста, позаботься о наших имбирных печенюшках. Нет проблем, не беспокойтесь, все под контролем. Вот так.
плащу, а не скатерть. Привет, я закончила свою работу и решила узнать, не нужна ли тебе помощь. Спасибо, 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 что пришла. Ты не представляешь, что здесь происходит. Эти дети не хотят ничего слушать. Они даже не смогли по достоинству оценить мой юмор. Ничего, Пинки, я это предвидела, поэтому зашла. А, прости. Младенцы требуют много внимания, и некоторые пони не справляются с такой ответственностью. Вот как! Спасибо, что зашла, Искорка, но мне не до гостей. Я слишком занята, ведь на мне лежит ответственность. Я рада помочь, мне не трудно. Да, надо же! Считает, что я сама не справлюсь. Хотя, если честно, у меня ничего не выходит. Но я должна справиться сама. Маунт, это кроватка, и она предназначена для сна. И лишь время от времени тебе могут разрешить играть на ней в игру. Это не батут, поэтому перестань прыгать, мистер. А теперь ты. Мы не кладем в рот то, что не является едой. Поэтому прекрати слюнявить игрушку. У всех нас был очень утомительный день. И теперь послушным детям пора взрослеть.
вздремнуть. Поэтому ложитесь спать. Вот что я называю справляться. Да, вы правы. Это смешно.
дорогая принцесса Селестия. Я всегда любила играть с маленькими детьми и считала, что только этим с ними и нужно заниматься. Нет, ухаживать за детьми – это большая ответственность. И сегодня я поняла, что иногда наше желание взять на себя эту ответственность не соответствует нашим способностям. Пинки Пай, мы вернулись! Как вы здесь? А мы туда попали, дорогая? Пинки, это просто поразительно. Мы и не подозревали, насколько ответственной ты можешь быть. Пинки Пай, может, ты согласишься стать нашей няней на постоянной основе? Проверю свой график. Я буду свободна никогда. Пинки Пай. Я буду свободна в следующий вторник. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».